Здравствуйте, модельки покрасьте, с вами Грумш, и я рассказываю о Валехо и Пацифик. Сугубо мое мнение на основании моего опыта. Несколько лет назад в моей коллекции красок появился Пацифик. Мое знакомство с Пацификом началось с линейки желтых цветов. Потому что вот, вот и вот. Желтые орки. Я собираю желтых орков, и желтого тут очень много. Так что я готов продемонстрировать различия желтых оттенков Валехи и Пацифика. Но начнем с битвы грунтов. Первый удар наносит Валехо. Грунт густой и укрывистый. Однозначно он мне нравится. Теперь грунт от Пацифика. Он значительно более жидкий. А также напомню, что Валехо это полиуретановый грунт, а у Пацифика, насколько я понимаю, акрил. И вот результат Валехо и Пацифика. Оба грунта рабочих. Лично для себя я выбираю Валехо. А теперь самый сложный тест. Желтый цвет по черному грунту. Начинает Валехо. Цвет 71033. Что же, неплохо. А если взять цвет поярче? Следующий цвет 71002. И вот уже проблемы. Уже достаточно видно, как он скатывается по черному. Валехо никак не может перекрыть черный цвет и уходит в зеленцу. Однозначно не зачет. Только не начинайте мне рассказывать про белый грунт. Давай, Валехо, напрягись, ты можешь. Следующий цвет 72705. Да, чуть лучше, но все так же скатывается, не может перекрыть черный. Такой же незачет. Пацифик, удиви меня. Цвет номер 60. Отличная укрывистость. Даже не нужно второй раз перекрывать. И теперь финальный удар. Краска номер 68. Желтый теплый. С невероятной укрывистостью для такого яркого цвета. Результаты, пожалуй, не стоит комментировать. И так видно, что желтая линейка Пацифика просто фантастически укрывистая. А купить-то это все можно? В Иркутске где? Где можно в Иркутске-то купить? Краски, модели, прийти поиграть. В магазине Hobby Games, Грунтович. В магазине Hobby Games. Скидки могут быть от 7 до 15%. Посмотри ссылку в описании. Ого, ничего себе, бегу. Так что же лучше? Лучше и то, и другое совмещать и дополнять свою палитру. На этом все. Пока-пока, еще увидимся. Красите без респиратора? Тогда я иду к вам.